Красавица, красавица Оглы, как проехать мне Турды-Муглы? Вперед и направо! Называется Лунёво. Деревня, это поселок или микрорайон Владимира. Вы так и не поняли? Ну, адрес у нас Владимир Лунёво. Хотя до Владимира этот колбасит до города километров 20. Через жуткие леса, боры. А вокруг тут тоже леса. Похоже, пойма в Клязьме. Старицы. Тут дубы. Тусовочные места. Зелененький такой, ах, что это за мальчишка, раз бессовестный такой. Пустил славушку худую, все соседи говорят, за глаза меня ругают, а в глаза меня хвалят. Стыдно стало плакать и рыдать.
самовара мы пьем чай. У самовара ты и твоя Маша. Мы в Свияжске. Сидим на высоком берегу и смотрим на реку Волгу. Казани не видно. Откуда тут Иван Грозный видел Казань? Ну, наверное, он плыл. 18 километров до Казани. Тут особо не видно, нельзя все сказать. Штраф 3000. Ну что, прощай, град, остров град Свияжск. Очень нам тут морзянка за стеной веселым дисконтом. Кругом снега, хоть сотни верст исколеси. Поверь мне, так твои глаза увидеть хочется. Едем по городу, но только ты об этом лучше песню расспроси. Поверь мне, так твои глаза увидеть хочется. По дороге мы в полях натырили кукурузы. Вот. А теперь я Тольятти сварил, а теперь треска. Приехали мы на Араповку. Угадайте, для чего? Искупаться. Да. Искупаться. Ну, на самом деле для другого, но мы вам не скажем. Тут в Араповке, наверное, так не поступают. Ты об этом лучше песню расспроси. Завтра центр тяжести мы перейдем на заповедник.